Потому что у нас с гранатомета подбили, двигатель заглох в страйкере. Потом собрались, эти страйкера погрузились, нас повезли опять в лес. Там старшему нашему сказали, какой квадрат или как там. Нас вывезли туда, мы не доехали туда, потому что нас с гранатомета подбили, двигатель заглох в страйкере. И все, а там уже как мыши начали разбегаться, потому что куда уже. Тут граната рядом, сзади у меня грохнула, я упал, осколки поймал. То ползком отполз, сколько смог, дальше об дерево уперся, кое-як начал бежать. Стреляли, громыхали, Короче, куда видел, отбежал подальше. Чуть-чуть отдышался, дальше побежал.